Только без паники. Экстренное сообщение. Наша скромница Аня Петрова всех нас приглашает завтра на свадьбу к себе в Кузьминку. Ой, девочки, а как же будет с подарком? Поднести им что-нибудь неожиданное. Ценное и красивое. Ценное, красивое. А каким образом? Свадьба-то завтра. Ой. Я предлагаю сброситься и купить нужную вещь для дома для семьи. А что? Васька прав. Я предлагаю купить холодильник. Идея-то хорошая. Только до зарплаты далеко. Ну и задала задачу. Вот если кто-нибудь из вас, девчонки, одолжит такую сумму. Да ты что? Ну до получки. У меня нет. У меня тоже. Откуда? Девчон, а у меня есть какая-то сумма. Правда, не знаю, какая. Ты что, своих денег не считаешь? У тебя в банке личный счет? Одну минуточку. Я сейчас бегаю в бухгалтерию и все узнаю. При чем здесь бухгалтерия? До получки ведь далеко. Чепуха какая-то. Да ну, все это несерьезно. Девчонки, девчонки, мне перечислили 330 рублей. Что перечислили? Куда перечислили? Безналичное перечисление в сберегательную кассу на книжку. Да ты что, кащу кассу? Что ты выдумываешь? Фантастика. Да нет. Ну ничего не понимаю. Потом поймете. Вась, Вась, подбрось меня до сберкассы. Какие деньги? Ты что, наследство получила? Секрет. Ну ладно, разберемся. Вася, у меня к тебе будет особое задание. А? Пусть сделано. Ваше задание выполнил. Минуточку, фото для истории. Ой. Внимание! Снимаю! Еще раз! Вот так! Честно, где деньги взяла? Девочки, послушайте. Помните, к нам приходил работник сберегательной кассы и рассказывал о безналичных перечислениях? Да, ну и что? Так вот, девчонки, я оставила заявление в нашей бухгалтерии, а они мне каждый месяц перечисляли зарплату по 30 рублей на мой счет. Вот откуда появились наши денежки. А я даже времени тратила и в сберегательную кассу не ходила. Как в сказке. Нужное, оказывается, дело. А как называется-то?